О, специально для разработчиков. Зажимаем Alt Вот на 2 секунды. Заходим в настройки. Программа зоны 1. Нажимаем Вот. Настройка временных интервалов. Жмем Вот. Конец интервала времени 1. Я так полагаю, что это окончание первого временного интервала. Заходим в Вот. Видим здесь 8 часов. Стрелка вниз, стрелка вверх. Ничего не работает. Выходим отсюда. Второй интервал. 17 часов. Вверх-вниз. Корректировка времени работает. Также неудобно, что корректировка выполнена поминутно. Нельзя выбрать часы и откорректировать часы никакой комбинации клавиш. Собственно, вот в этом вся и проблема, что конец первого временного интервала нельзя сделать ни меньше, ни больше.